Здравствуйте, 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 дорогие друзья! Привет всем любителям и поклонникам футбола! С большим удовольствием приветствуем всех вас из Нижнекамска на матче МЛБет первой лиги, 9-й тур. Нижнекамский «Нефтехимик» на родном домашнем для себя стадионе принимает красноярский «Енисей». Ну что, прозвучал свисток арбитра, и матч начался. Петров сразу на своего вратаря. Сегодня в рамке у «Нефтехимика» Никита Янович под номером 28-м. Эдуард Валиахметов 17-й, 65-й Николай Толстопятов. А это Петров через Шильцова. Здорово в стенку. И это фол. Это фол и это пенальти. Или это штрафной. Сейчас разберемся. Нет, прямо на линию практически, да, ставит мяч Владислав Целовальников. Сидиков пробегает мимо мяча. Петров. Удар. И выше ворот. Пробил сильно, но не точно. Один против четверых. Достаточно смело идет Максим. Толстопятов фалит. И сейчас уже Николай. Толстопятов получает предупреждение от главного арбитра. Ломакин. Хорошая подача. Набегают футболисты. И удар по воротам. И это очень серьезно. Андрей Чуканов сейчас едва-едва не отправил мяч в ворота. 0-0. И в матче первого круга до прошлого сезона удар по воротам Масловского. Янович великолепно. В Красноярске в рамках первого круга МЛБет первой лиги Енисей одержал победу со счетом 2-0. Там Иванов и Стюшко. С такой короткой скамейкой терять футболистов. А здесь Толстопятов пошел на Савельева. Желтая карточка. И красная для Толстопятова. В меньшинстве остаются нижнекамцы. Вынос мяча вперед. Джамилов начинает руку сонапрягать. Джамилов! Забивать надо удар! Перед собой Антипин! Какой момент! Султан Джамилов просто прощает сейчас Енисей. Прощает Рукаса. Вот это эпизод. Как я уже сказал, Артур достаточно давно Нижнекамск покинул. Но тем не менее, именно здесь, по сути, началось становление Артура Гелезидинова. Хороший плотный удар сейчас по воротам. Янович был на месте, был готов к этому дальнему выстрелу Андрея Мазурина. Ну и Кирилл Новиков сразу здесь выходит вперед. Емельянов мяч подобрал. Подключает Кахидзе. Саша в ближний! Спасает Антипин. И, в принципе, не надо здесь эмоционировать. Было положение вне игры. Сплотить, так сказать, команду. Потеря мяча для Енисея. Петров уходит от Чуканова. Уходит. Действительная передача. Емельянов опасно. Удар низом. Антипин. И еще один момент. Нижнекамцы не используют. Что за тигры эти волки? Снова верховая борьба и выход 2 в 1. Образуется Лайкин, свеженький на скорости. И как раз таки Батарев там справа. Ну, жирают Лайкина нижнекамцы. Лайкин, передача, опасно, удар и гол! 1-0, и это вышедший на замену Даниил Григорьев вколачивает мяч. Да, так и есть, это именно Григорьев. Но именно разогнали, да, эту атаку два свежих футболиста, Лайкин и Амир Батарев. Вот здесь Янович выходил на перехват, но не сумел мяч зафиксировать. Ну как здесь играть, да, когда мяч под контролем у футболистов Енисея. Все, финальный свисток. Енисей одерживает победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 1-0 на 84-й минуте. Григорьев отправил мяч в ворота нижнекамской команды.